Рад всех приветствовать. Сегодня завершающий день нашего трипа. Заехали вот сюда на уголок, сейчас по траве поискать поворот дороги. Вот, ну ничего такого сейчас особенного нет. Выскочила монетка, сейчас покажу. Похоже на Павла, но... Ну она в этом, в налете. Вроде как Павел. Так что походим здесь сейчас. Так, у Любы крестик выскочил. Лепесточек целенький. Я хабар не сяду. Молодец. Молодец сидит. Ага. Вот так усенький вот. Вот по этим сейчас кустам и полезем. При этом здесь невозможно было ходить. Друзья, вот там, где вот мы сейчас шли, где вот эта старая дорога совпадала, короче, в советское время ее обосрали, к сожалению. Навалили помойки, наборонили что-то. Идти там невозможно. Вышли на луг, идем вниз, где был вот пруд старый. Там по Минде пруд и какое-то строение стояло. Сейчас посмотрим. На луговинке выскочила чешуечка. Убитенькая, маленькая, но чешуечка. Приятно. Так, у Любы у нас сигнал, убитая полушечка, походу. Там Димыч в кустах ковыряется что-то. В итоге у Димыча в кустах. Павел 98-й копеек. Смотри, сюда. Да. Там вот днище. Это днище. Да, ведь, конечно, траншеи копать, а солей, блядь. Ладно. У Любы у нас опять ни одной бунт. Второй раз, блин, уже. Не потерять бы ее. Маленькая. Специальный обученный тубус. Там у нас уже сегодня живет одна, да? Оп. Это я сегодня одна бунт? Ну и хорошо, чуть-чуть. Какая-то птица там в лесу орёт, не можем понять, какая. Орнитолог. Где хочешь? Давай. Ему сигналка. Что, потеряли? Две копейки, 98-й год, Павел. Очередной. Пойдет. Идем в сторону леса и направо. Два сигнала. Один вот такая грусть. Сейчас приближу. Такая вот штуковина. И украшалочка какая-то. Кусочек. С камушком. С камушком. С бриллиантами, не иначе. Угу. Да, вот это, конечно, блин. Конечно, целый-то найдем. Смотрите, какая. Списки монета. Ну да, полушка. Вот сейчас дойдем до кромки, пойдем туда вот по кромке. Как вчера шли, только в обратную. Ну, может, сюда же. У меня сигнальчик. Копеечка 33-го года. У Димы тоже сигнал. Странная деньга. Что там за деньга у тебя? А, так это деньга, капуста, по-моему. Александровская. Да. У них есть одна тенденция. Их здесь много, кстати, выковырили. Они очень часто мертвые вообще. Просто вообще мертвый. Это еще видно. Смотрите, какая пуговка забавная выскочила. Каким-то стрелочком. Таких никогда не находил. Ушко целое. Кто знает, подсказывайте. Мы идем вперед. Советику, девочки.
тоже копеечка, да? Угу. Я 36-й. Я только что 33-й дернул. Копейку тоже рука. Хочешь поржать, я не записывал твои вопли. Еще раз повторяю, залезли в клещевальню. Теперь осматривались. Что-то херово я приходил. С меня Димка он 5 штук снял. Да, 5. И паучка. А ты самый сладкий. В гробу я видел. А у меня находка. А, у нее, да, находка была. Вот такая шейная печать. Вот надо попробуем сделать. Так, у нас два сигнальчика. Чешуенька. Царь Иван. Грозный. Наверное. Походу. Не тянусь. Да, грозный. И... Две копейки, Александр, капустушка. Что-то я это не увидел. А может, не капустушка. Она? Какая-то. То мы уже здесь капустушку доходили, оказавшись крестовиком. Вообще, что это перечекан на крестовике, что ли? Может быть. Видишь? Вижу. Ну, это капуста. Это капуста. Ванька. Идем после клещевальни. Осматриваемся. Еще чешуйка. Вот такая. Сегодня у меня вот такая штука вылетела здесь. Откуда оно здесь, не знаю. 10 грош, 1810 год. Походу серебро. Вообще интересная штука. Никогда такие не находил. Прям порадовал. Такая вот убитая монеточка выскочила. Александровская, что ли? Понятно. Убитая монетка. Какие-то полугри лежат. Теперь движемся, все веточки оглядываем. Не сидят ли паразиты на них? Ой, я извиняюсь за мат. Вырежу. Ну с ними заматеришься, с этими гадами. Следующая монетка. Копейка Павловская. Как-то так. Эта поляна не битая совсем. По ней летом ходить невозможно, осенью, только вот сейчас. Сбежали вон с тех веток, опять клеща себя сняли. Задолбали они сегодня. Повылезали, блин. Вчера дождь поливал. Сегодня... Медный бунт очередной. Идет. Следующая чешуечка. Смотри,
такая. Хорошо, хорошо. Клещей не было, блин. Так, в принципе, хорошо. Вот, наконец-то уже еще одна у Димыча пожаловала на свет, на Божий. Такая вот чешуечка. Хорошо. Вот такая штука вылетела. На пуговку, что ли, похоже. Или что это такое, с камушком. С стекляшечкой. На. Что? А мне куда? Ну ладно. Еще одна монеточка. Да, николаевский формат, но убитый. К сожалению, убитый. Сигнальчик. Убитая Николашка тоже. Да? Что кружится-то, интересно. Облако. Съездили, пообедали, чуть-чуть отдохнули. Приехали на другую лужайку. Блин, и за нами тучка идет вот такая. Сигнал. Очень похоже на ВРПшку, я ее сейчас тереть не буду. Но, походу, дело она. Осталось несколько, там буквально пару часиков походить. И все. Поедем в Москву. Так, у Димыча у нас чешуечка. Очередная. Ага. Вот такая. С головой лошади. Лошадью ходи. Лошадью. А у Любы крестик. Сейчас снимем. Жду буковку верну. О, лепесточек какой симпатичный. Класс. Всю молитву прочитать нужно. Вот тебе песочек. Вот песочек, да. Налетели ветры злые. Пытаются нас сдуть. Что-то такая счастливая. Сейчас там нашла. Вот это как у нас. Полечку. И вот такая красота у нас тут вылезла после этого небольшого шквала. Говорят, радуга упирается в клады, в зарытые. Слушай, она где-то тут утыкается, ты, девочка. Вообще, вот она во враг утыкается. Вот. Прикольно. Петя Люба ломанулась туда, куда она упирается. Искать. Так прям рядом-рядом. Смотри, здесь как светло, там темно. Ну да, вон она ушла туда, здесь вообще уж солнце светит. Охренительно. Вот уже начала рассасываться. Угу. Вот. А здесь вообще густая-густая. Класс. Вот и все, вот и дождик. Ну, так и обещали. Сигнальчик очередной, прикольно. Сейчас снимем. Так и было. Вот она. Пуговка на корне проросла. Вот, дорогие друзья, наш вот этот пятидневный или шестидневный, сколько у нас дней получилось, выезд подошел к концу. Находки, я думаю, что вы уже видели, которые нормальные, потому что мы их прикрепляем. Вот такая красота за моей спиной. Туман, облака, сейчас сниму. На этом прощаемся. Следующие копы у нас будут с майских праздников. На этом желаю всем удачи,
Всем пока.